Последние штрихи от высоких гостей и ледовый городок готов. 200 тонн льда преобразились в фигуры Чебурашки, петроглифов, местных божеств и многого другого. Все они теперь встречают гостей курорта Манжерок. Знакомство с легендами и мифами горного Алтая – главная тема фигур, над которыми работали 15 лучших скульпторов страны. Все хорошо, прекрасно, прекрасно очень. Впечатление очень хорошее. На какие скульптуры из льда обратили внимание? Нет, мне больше всего понравилось. Это вот на входе вот этот замок такой красивый сделан. Прям вообще прекрасно все. Это лишь одно из мероприятий, которым на курорте открыли зимний сезон. Майминский район уже полон отдыхающих, так как интерес к горному Алтаю стремительно растет. Каждое четвертое путешествие внутри России в 23-м году совершали в Республику Алтай. Поэтому в Горном активно работают над объектами для отдыха и сервиса. Так, курорт Манжерок готов к приему гостей по самым высоким мировым стандартам. Весной здесь открыли самый большой в Сибири пятизвездочный отель. Площадью 56 тысяч квадратных метров с 9 гастрономическими точками. Этот отель сегодня может принять около 1000 человек. Здесь большое количество разных номеров. Здесь очень правильная, хорошая инфраструктура и для отдыха, и для развлечений, и для восстановления сил, и для знакомства с этим замечательным краем, с горным Алтаем. В ближайшие 3 года открыто еще 3 отеля, примерно на 1000 номеров. Будет построен конгресс-центр огромный. Не будет никаких ограничений на проведение массовых мероприятий здесь. Будет построена набережная. Мы закончили очистку озера. Вот поэтому каждый год наши гости будут получать все больше и больше услуг. Отдых здесь уже востребован. Открытие зимнего сезона собрало более 6 тысяч человек. Гости посетили различные ярмарки, стали зрителями большого салюта и шоу дронов. 1500 аппаратов в небе показывали легенду о создании Алтая. А изюминкой праздника стали выступления известных артистов. Для гостей пели Филатов и Карас, одна из солисток дуэта «Две Маши», «Зомб». А хедлайнером вечера стал Олег Газманов. Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.